Я все же решила, пусть и хоть и это будет долго и длинно, все же решила снять видео, чтобы вы потом не подумали, что я, ну, что-то там обмануть решила. Я пересчитала их все-таки 12. Поэтому будем вымучиваться. То есть все на месте, все до одного. Будем вмещать 12. Вот такое зверство приходится переживать нашим томатам. Скажут многие. Будут правы. Если кто-то так делал и у вас не получилось, то я скажу, все это зависит от сроков. И, естественно, от сорта. Не с каждым сортом можно проводить такие экзекуции. Даже вопрос не в самом сорте, а в, ну, типе растения. Извините, это ювелирная работа. Кто попробует, тот поймет. Мне нужно растение сохранить. Ой. Они не очень-то твердотелые, чтобы самим заходить в лунку. Ну что ты? Угу. Я не слежу, видно хоть что-то, что тут я делаю. Наверное, видно. Я стараюсь, чтобы листочки друг друга не касались. Ну, максимально, насколько это возможно. Потому что дома очень жарко. Я оставляю открытым балкон, чтобы растениям было более-менее комфортно. Но у меня есть еще одно очень несчастное растение. Это лысая кошка, которая очень расстраивается, когда мы оставляем открытым балкон. Потому что никакие вещи модные даже очень она не носит. Это я вас пытаюсь развлечь. Ну, в общем, верьте, что мы сделали именно так. Сейчас я все это, если кто не захочет до конца смотреть, сейчас я все это заставлю, полью, чтобы затянуло норки, чтобы мне их не закапывать, потому что они глубокие. Вполне возможно, что кто-то не выживет, но я сомневаюсь. Я думаю, что выживут все. Все будет хорошо. И у нас будут крупные томатики очень рано. С низкой кистью. Ну да. Ай! Вот, видели, да, как мы, в каких условиях приходится работать. Так они две у меня тут сидят и наблюдают, чем я занимаюсь. Еще и ко всему же можно погреться на теплой лампе. Ну, периодически они кушают растения. Вот, все мы сделали. Теперь вот так вот аккуратненько, чтобы затянуло. И много там не перелилось. Много перельется, вылью. Какие-то не очень глубоко зашли. Какие-то зашли очень глубоко. Так вот, листочки друг с другом, чтобы не соединялись желательно. Потому что они потом, ну, как сварятся.
Какие-то, может, мы потом тоже сами отсеем, даже если они не погибнут. В общем, пока посадили всех для массовки. А там посмотрим, кто будет лучше всех себя чувствовать. Те и останутся на дальнейшие эксперименты. Вот здесь глубоко получилось. Я вот так сделаю. Ну вот, никого не обманула. Водичку. Да хотя тут можно ничего не отливать. Нормально. Возьму вот такой мешочек. Поставлю пакетик, накрою и обязательно побрызгаю. Смотрите за влажностью, сохраняйте ее. Это у меня будет стоять под лампами. Темноту мне уже некуда ставить. Если у вас есть куда, можете поставить в такое темное прохладное местечко. Вот так. Всем спасибо. Будем наблюдать вместе за результатами. До свидания.